В Москве произошли столкновения между участниками марша миллионов и полицией. Демонстранты попытались прорваться через оцепление ОМОНа на Большой Каменный мост. Больше 250 человек задержано. Бойцы ОМОНа теснили людей дубинками. Митингующие кидали в полицейских бутылки, куски асфальта, коктейли Молотова и дымовые шашки. Очевидцы добавляют, что людей выдирали из толпы, относили к автозакам и избивали между автобусами вдали от камер журналистов. Сообщалось о применении обеими сторонами перцовых баллончиков. В МВД факт применения слезоточивого газа отрицают. При этом в ведомстве отмечают, что несколько сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Между тем, в столичном управлении Следственного комитета сообщили о начале проверки по факту призывов к массовым беспорядкам на Болотной площади.